Наташа. Очень приятно, Наташа. Скажи, как тебе сегодняшняя обстановка в клубе? Хорошо, довольно много людей. Позитивно, очень даже хорошо. Ты сегодня одна или с друзьями? С друзьями. За кого болеете вообще? Я не знаю, я даже не могу сказать, за кого я болею, потому что отыграла только один участник. Дайвер еще играет, и еще третий. Послушаем и узнаем. То есть все решится в конце, да, ваш голос? Да. Кому он отдастся? То есть я отношусь к тем, которые... К тем болельщикам, которые еще не определились. Интересно. А вообще на проекте DJ Battle впервые или уже была? Да, впервые. Нет, в Рок-хаусе на открытии. В Фабрике первый раз. Где тебе больше понравилось, на Фабрике или на Рок-хаусе? Мне больше нравится в Рок-хаусе, там как-то атмосфера получше. Но это мое личное мнение. Ясно, спасибо. А как вообще сегодня у тебя настроение? Что тебе в музыке сегодня понравилось? В музыке? Ну, позитивная такая, веселая, хорошая музыка. Заряжает? Да, заряжает энергией. Сегодня в клубе жарко. Отвлеченный вопрос. Как относишься к глобальному потеплению? Хорошо, тепло. Больше загара будет. Очень даже. А вдруг все растает?